Падтрымка інстытута сям'і – адна з прыярытэтных задач сацыяльна арыентаванай дзяржавы, асабліва калі размова ідзе пра шматдзетныя сем'і. Простыя рэцэпты, дабрачынны праект з такой назвай – адзін з яскравых прыкладаў гэтаму. С подробностями Катерины Жданович. Реализация доброчинного проекта «Простые рецепты» отбылась по инициативе Гомельской областной организации Белорусского союза женщин совместно с Гомельским комбинатом школьного харчевания. У приоритете организаторов поддержка шматдетных семей региона. Идеи они идут от жизни, от общения с людьми, от желания творить хорошее, доброе. Мы хотели сделать такой теплый, душевный семейный праздник, чтобы те семьи, которые сегодня придут к нам на мастер-класс, поделились своими простыми рецептами, своего счастья, своего семейного счастья, счастья воспитания детей. Проект отрымался не просто партнерским, але и международным, да и формат довольно незвычайный. Итальянский бизнесмен Джорджо Паролло, який больше за 6 годов проживая у Гомеля, стал удельником кулинарного майстер-класса и поделился своим рецептом приготовления итальянской пасты. У якости помощниц по кухне шматдетные мать из Гомеля. Макароны твердых гатунков, помидоры черри, оливковый олей и базилик. Довольно простые ингредиенты, однако для смачной стравы только этого недостатково. Если человек готовит с удовольствием, и для тех людей, которые он любит и уважает, все будет вкусно. У якости запрошенных на свято 6 шматдетных семьев, у каждой из которых от 4 до 7 детей. И они и оценивали на смак приготованную пасту. Але головное не страва, а справа. И коли размова про доброчинные проекты для детей, национальность ниякой роли не играет. Белорусы – это люди. Это хорошие, добрые, гостеприимные, адекватные, умные люди. И это самый большой плюс, и это самые большие преимущества, которые имеет страна. Что касается отношений Италии и Беларуси, можно сказать, что она один из самых плотных и теплых, которые вообще есть. Напередодні навучального года будущие першокласники отримали школьные портфели и подарунки от партнеров проекта. У свою чергу удельники свята подяковали организаторам творчими номерами и поделились простыми рецептами своего семейного счастья. Да, все очень вкусно, нам понравилось. Большая семья – это не тягость, а наоборот опора. И когда в государстве большие семьи, то и государство крепче становится, потому что семья – это ну, само по себе государство. У организаторов есть надея на то, что этот доброчинный проект отримает протяг. Бо головная мета была достигнута – добрые эмоции и счастливые в очи детей. Катерина Жданович, Сергей Лукашук, Дмитрий Радянко, телерадиокомпания «Гомель».